Всем привет, ходим с дочкой по такой экспозиции. Чик. Типа, Ава, покажи. Чик. Типа, вот. Так вот должно получиться. Ну, фотографии-то так будет. Неважно. Обратил внимание на окно. Во-первых, большое, да, балконная дверь с навесами обычные. Кованые какие-то навесы такие. Непонятно, да? Больше всего мне понравилась закрывашка. Ой. Маленько тут сломала. Она вот так должна закрываться. Чик. Вот как там. Такого никогда не видел. В принципе, это как бы прадед современных стеклоблоков. Пластиковых окон, да? Фурнитуры. Через уголочки сделано, да? Откидная крышечка. Вот она. Сейчас мы все посмотрим, что тут. Форточка. Прикольно. Только сломана, правда. Там такая же, да? Была. Вот такие раньше были форточки. И двери. Прикольно, да? А так не обращаешь внимания, ходишь, да? Все, вставайте с нами. Пока. Все, всем пока, счастливо. Запомни мир, каким он был, где сердцу ты любовь простил, где закрываются глаза, приходят снова сны непонятные уму. Заполнят светом пустоту, со вспышкой света поутру все исчезает медленно ночь, пульс усыпляет, и снится небу снег, 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 зима за облака. Мечты твои чисты, я знаю. Снег, снег, снег летит с небес, не тая. Ты рядом хочешь быть, я знаю. Мы душу греем каждый год. Уходит солнце в небосвод, и удаляясь от земли, все станет белым. Кристаллы снега упадут, они оставят след, зовут. И я иду на белый суд, и он сверкает.